Здоровенькие булы, граждане и гражданки, с вами я, Маритурус, а значит вы у меня на канале смотрите такие мои видосы. И в общем новый видос из рубрики «Грёбаная ЛБЗ» выполняется мною на бетчате 25Т. Тон, ну, АП, который, ну, короче, вы поняли, тот самый французский СТ-шка, который, ну, и, соответственно, если это СТ-шка, значит, ЛБЗ будет на СТ под номером 13, называется оно «Активные действия», и это 13 номер, да, мой самый любимый, то есть там, где, в общем-то, да подвинься ты, господи, прости, ну, как же вот, ну, вот постоянно происходит такая вот фигня, когда рядом трется какой-нибудь маленький светляк, который, в общем-то, должен светить, но заместо этого он думает, что он, наверное, ПТ. Ну, в общем, неважно. Главное, это активные действия. Итак, что же нужно сделать? Нужно взводом нанести по противнику 8 килотонн урона, просто представляете? Ну, как бы, в общем-то, с одной стороны, это немного, а с другой стороны, в общем-то, и мало, немало, так как это, в общем-то, ЛБЗ на объект 260, поэтому, естественно, тут уже заданица как бы усложняется, хотя после выхода последнего патча они были вновь разработчиками пересмотрены и, в общем-то, еще разочек были упрощены. Но это все еще патч 9.20, и это более-менее старый образец ЛБЗ, поэтому 8 килотонн нужно взводом нанести, но при этом, чтобы исполнить... А, да, в общем, выполнить еще дополнительные условия, ну, нужно там выжить, победить, наверное. Я, короче, не знаю. В общем, смотрите сами, потом посмотрите, что сейчас стало нужно сделать. Вот, тут вот, посмотрите, Скорпион пишет Т3 32, который рядом с ним стоит. Видите, на квадрате G5, ну, там вот в этих, в общем, областях. Он пишет: дружище, ты что, думаешь меня пересветить? Ну, а как видите, я быстренько перебираюсь на правый фланг, вот, и поэтому сейчас я либо буду раздавать. Кстати говоря, наша команда пока что проигрывает. И, кстати говоря, очень-очень неслабо проигрывает. И для того, чтобы вытащить этот бой, ну, необходимо очень-очень сильно потрудиться. Ну, в общем-то, перебрался я благополучно на правый фланг, и сейчас пойдет столкновение с конем. Раз. Есть пробитие. Два. Пробитие. Три. Есть пробитие. Четыре. Пробитие. Пять. Пробитие. Шесть. И посмотрите, несмотря на то, что мне, конечно же, помогали, но 1950 с коня было сбито, конечно, не все полностью мной, но все шесть зарядов моей пушечки зашли как нельзя лучше по маслу, в общем, короче. И впереди ИС-6. Ну, не такой грозный противник, как мог бы быть, но, тем не менее, я-то еще не перезаряжен, мне еще 18, 17, ну и так далее, короче, секунд. А шестерочку, посмотрите, шестерочку пока что еще никто не берет. Ну, так, немножечко взяли, конечно, но не так, чтобы очень сильно. Ага, ага, пошел, соляк, пошел. Ой-ой-ой-ой-ой, от кого это я тут так засветился? Видимо, впереди стоит неприступный редут из ПТ-шек. Ну, по крайней мере, я так думаю, пока что еще не видно. 6-6, 6-6, и по команда противника по ХП, в общем-то, ведет. Ну, не по, конечно, не по очкам... Дома... у этих, господи, фрагов, но тем не менее по очкам домашки явно в преимуществе. Ну что, нужно перебираться. Видно, что у нашей базе потихонечку противник подтягивает свои небольшие силы, но тем не менее, опачки, Левочка. Хотел я подсветить, в общем-то, правый фланг для того, чтобы поработали наши ПТ, но не тут-то было, они стоят на страже. И вот я вижу ИСУ где-то впереди, надо дойти, чтобы она была в засвете. Итак, свожусь. Давай, родная, давай. Раз. Пробитие. Два. Пробитие. Без засвета. Без засвета сбить не буду. Три. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Посмотрите, выстрел от 121 ФТ и, в общем-то, сразу в боеукладочку. В боеукладочку. Но и от меня она, скажем так, от моего засвета, в общем-то, нехило выхватила. На 720 ХП. Это хорошо. Это сладко. Так, ну что, сейчас еще раз будет засвет. ПТ-шечки, давайте работаем. Работаем, ребят. Опачки, какие, в общем-то, попочки. ВЗ-132 только что вот ушел от ВЗ-120. Ну да, китаец китайца приговорил к расстрелу. Бывает и такое. Так, ну вот здесь кто-то сейчас по-любому, либо засветится, либо полезет на меня на рожон.
Ждем, ждем. А, да, плюс еще же надо раскидать со взводом. Мне ж тут взводом надо настрелять. Это же 13-й, любимый мой ЛБЗ. Выстрел, попадание. Выстрел. И отлично, отлично. От моего выстрела уходит ВЗ-ха. И тут, посмотрите, упарывается, упарывается на меня CDC. Ай-яй-яй, а я без... Уф, боже ж ты ж мой. И смотрите, еще выстрел. 981 хп. Промах только что был. Промах. И, естественно, следом еще один выстрел. Дамажный, дамажный выстрел от ACDC. И 790 хп у меня остается, а я все еще на перезарядке. И посмотрите, вот от моего засвета, благодаря, в общем-то, Т-30-му уходит в ангар ACDC. Так, ну что, 10-9. 5968, 5918, выправилась наша команда, в общем-то, ведет она в счете по всем параграфам. Так, тут вот еще попросил я тридцаточку, она, в общем-то, приняла мое приглашение. А у меня всего 2982, конечно, можно было бы и в каску, так сказать, набить эти 8000, но это сложно. Для чего нам сложности? Все, в общем-то, все на свете тяготеет более простым решением, поэтому, да, надо разослать приглашение во взвод и, в общем-то, ЛБЗ это выполнить. Выполнить, соответственно, лучше всего с дополнительными параметрами для того, чтобы получить 2 дня прем-аккаунта. Так, ну что, смотрю, что от меня отворачивается Лёва. Лёва, зря ты от меня отвернулся. Выстрел. Твою бога душу, дивизию, маму. Эх. Да, стена помешала, а у меня 468 хп. И тут либо нужно сохранить лицо, либо нужно сохранить жизнь. Я, в общем-то, предпочитаю сохранять прежде всего и то, и другое. И, в общем-то, вот он, в ангаре. В ангаре техника противника, у меня 3519 по хп, не так много, как хотелось бы, я ухожу на перезарядку, а впереди еще два полных противника, ну если по крайней мере судить по карте, а ведь она иногда показывает совершенно непонятные вещи. И посмотрите, выстрел, ВЗ-111 уносит в ангар Т-34, значит однозначно карта скорее всего врала мне. Ну, не мог он сразу 1500 одним выстрелом. Хотя, конечно, мог, но я не знаю, такие чудеса бывают в этой игре. Бывает и не такое. Слава богу, хоть оторваться больше, чем номинал, нельзя. А то, в общем-то, можно было бы всякое. Итак, АМХ 50-100, выстрел. И, конечно же, гусля. Выстрел и еще раз. Без дамага. Ну вот она, в общем-то, на чем намотана картошечка во всех ее великолепных проявлениях. Ну что ж, 3519, в общем-то, плюс 4 фрага и плюс 6142 очка по Win8. Ну что, я хочу сказать то, что мои совзводные на Скорпионе и, соответственно, на Т-30 набили недостающие мне там 4500 дамага. Это большое вам спасибо. И это помогает мне без проблем выполнить, в общем-то, это ЛБЗ. И все замечательно, все ништяк, все в порядке. Так что, в общем, кто смотрел это видео, надеюсь, вам понравился. В принципе, бой неплохой был, забавный, задорный, такой веселый, на драйве. Особенно вот этот вот момент со CDC, конечно, мог закончиться для меня печально. Но пруха была на моей стороне, поэтому все закончилось в мою, соответственно, пользу. Поэтому всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и, естественно, в общем-то, делитесь этим видео, ну, я не знаю, в Ютубе ставьте там поделиться, делитесь в социальных сетях, заходите ко мне, в общем-то, на мои соцсети, там, на мои страницы, а вот и Мори Турус. Короче, всем удачи, всем пока и до встречи.